Что последний практически день в году, и мне очень приятно сегодня быть здесь с вами и праздновать уже наступление Нового года, точнее приближение его. И сейчас я немножечко расскажу о наших музыкантов, а точнее объявлю их. Это Владимир Нестеренко, рояль! Артем Баскаков, контрабас! Виталий Эпов, ударный! Потемкин, тенор саксофон, Айр Григорян, труба, и Илья Морозов, пока что флейта и альтсаксофон. И Екатерина Павлова, конечно же, всегда вокал, а также шейкер и секретное оружие, о котором позже. Соло этой композиции исполнили все, кроме Артема Баскакова, который исполнит соло в нашей следующей композиции, которая называется «Nobody's Son But His Own». Ничья песня, но его, которая принадлежит перу канадского саксофониста Шеймуса Блейка, которую мы сейчас исполним. Do you hear this magic sound that brings people down?
Илья Морозов, альт-саксофон. Артем Баскаков, контрабас. Следующую композицию мы хотели бы посвятить нашему дорогому другу, человеку, который занимается большим делом, ведет портал jazzmag.ru, на котором вы можете узнать о самых разных и каких-либо других джазовых и не джазовых концертах в том числе. Но зачем ходить на какие попало концерты, если можно ходить к нам? Также, конечно же, она рассказывает о том, какие клубы можно сходить в Москве. И это, конечно же, Ольга Карпова. Где она? Вот она! Да. Кстати, лучший проект года по версии радио джаз. Но, что самое главное, что сегодня у нее день рождения, давайте ей поаплодируем. И накрутим счетчик и покажем по просмотрам на сайте jazzmag.ru. Да, это важно. Почему мы хотим посвятить именно эту пьесу? Потому что название у нее говорящее – «Get out of town». И сегодня она мало того, что не осталась дома, и тем более уж никуда не уехала, а пришла к нам, к вам, творить и создавать вместе с нами эту музыку, потому что процесс создания этих произведений… Собственно, кстати, почему это еще последний концерт в году? Для нас каждый концерт как последний, но… как последний в жизни. Но вы, дорогие наши друзья, участвуете в этом как никто, потому что это процесс двусторонний, и только с помощью ваших аплодисментов мы воодушевляемся и стараемся сыграть для вас еще лучше. Нет, об этом я скажу позже. Поехали. Get out of town.
Спасибо большое, Виктор Пальчук, где на саксофон. А Григорян труба. И, конечно же, Виктория Кононова вокал. А сейчас мы хотели бы окунуться в тему гирлянд, сосновых елей, ветвей и, собственно, в атмосферу, которая создается. Вот именно такая атмосфера, которая создается накануне Рождества Нового года. И уделить внимание тому, что важно в Рождество, о том, что должен сделать каждый из нас для своих друзей, для своих близких. И, конечно же, вы сразу же узнаете эту тему. Соло, в которой исполнит человек, у которого нет врагов. Который возлюбил своих врагов, как своих друзей. Владимир Нестеренко. Oh,
Очередной раз. В заключение первого сета мы хотели бы исполнить для вас композицию, которая называется You Are Everything и принадлежит перу великого пианиста, маэстро Чико Карии, многократного и ежегодного, прошу заметить, обладателя Грэмми. Лично у нас с этой историей создания композиции и написания аранжировки на нее связано сразу три факта из нашей биографии. Первый факт – это любовь к деньгам, меркантильность и любовь и навык извлекать выгоду из любой ситуации. Это уже есть навык. Вот, ну, конечно, многократное повторение, оно вырабатывает навык. А потом, конечно же, после этого сразу следует благодарность, потому что, ну, как бы уже все получил, уже все хорошо. Всем спасибо. Всем спасибо, да. И есть такая еще не очень приятная тема. Я думаю, что каждый так или иначе немножко этим в жизни грешит. Это... Да, не за столом будет сказано. Да, антисанитария. Но, кстати, за новогодним столом почему вполне уместно, когда хочется попробовать всего и побольше. Да, и надо не забывать дезинфицировать организм. Благо для этого все уже изобретено. И все доступно прямо сейчас в баре у официантов, которые знают абсолютно все. Это Дмитрий Иванович Менделеев от алкоголя. Вот. Остановимся поподробнее на теме меркантильности. Эта композиция, аранжировка на эту композицию, вернее, была написана нами в целях получения выгоды, стипендии, диплома на фестивале-конкурсе «Гнесин джаз». Эту цель... Композиция благополучно выполнила, деньги были перечислены на карту, благополучно сняты через банкомат, да, и потрачены. После этого наступило чувство благодарности нашим педагогам за то, что они воспитали нас всех, кстати, находящихся на этой сцене. Ну, практически все. Вот, все получили дипломы, кто-то даже сдал философию. Чем мы выполнили? Нечеловеческими усилиями, хотя бы нечеловеческого похода в магазин. Об этом позже, во втором отделении. Это моя любимая история. Потому что не всем повезло так, как нашему тенор-саксофонисту Виктору Потемкину. Вот. После чего вот эту композицию мы, конечно же, посвятили нашим педагогам, как я уже говорил. Ну и третья тема антисанитарии, когда в прошлом году я был в Канаде. Так получилось, что я попал на концерт маэстро Чико Карии и пожал ему руку, которую не мыл несколько дней потом. Она зачесалась, я решил, что это к деньгам, но как бы круг замкнулся, как бы опять меркантильность, благодарность.
банкомат и так далее. В общем, ну можно к этому еще накинуть четвертую историю. Это запись нашего дебютного альбома с Алексом Сипягиным, который вы можете приобрести сегодня по новогодней цене у нас в истории. И мы его с радостью вам подпишем. Количество экземпляров ограничено. Так же, как и количество вот. Но не мысли. И не души. Days are so much fun for those who know that in love all life's a game, and as we go dancing through the sun. Bye.
Виктор Потемкин, тенор, саксофон. Айн Григорян, труба. Виталий Эпов, ударные. Илья Морозов, альтсаксофон, флейта. И Виктория Павлова, вокал. Огромное спасибо, мы вернемся к вам через несколько минут во втором отделении. Goodbye, I wanna leave, no one knows why. But you
представителей, где звучит эта композиция, является «Один дома один» и «Один дома два». Но мы выбрали для нашего концерта эту песню не случайно. Во-первых, потому что мы любим этот фильм иногда смотреть, ну, как иногда, период новогодних рождественских гуляний. Во-вторых, эта композиция первоначально была украинской колядкой. И спустя какое-то время она стала уже приурочена к джазовой, американской композиции, рождественской композиции под названием «Бубенцы». I'm
саксофон, а Григорян труба, Илья Морозов флейта, Владимир Нестеренко рояль. Ой, ну а теперь моя любимая. Это композиция про каштаны, про дику. Лес, про... Нет, про индейку потом. Сначала про каштаны, потом про, конечно же, про камины, про снеговиков, про снег, который выходит, потому что заветная и снегообразующая композиция была уже исполнена. Ну, да. Заглавной в этом сете. А, конечно же, речь пойдет о новогодних деревьях, то бишь елках. Ну и, конечно же, о том самом празднике, который мы так ждем, который уже вот-вот наступит. Но ждем мы даже... Сначала мы ждем праздника, потом мы ждем, когда приготовится индейка, которая тепло, хорошо, она натерта чесночком, внутри нее запекается яблочко, и она что-нибудь еще нафарширована. А индейка фарширована свининой или говядиной. Вот. Она шкварчит, ее вынули, обернули в фольгу, ей тепло, удобно, она защищена. И вся семья, самое главное, собирается за праздничным столом. Собственно, об этом наша композиция, но исполнит в ней соло человек, который не поехал домой, не поедет на эти праздники, потому что детство его было омрачено обучением на бас-балалайке с кожаным медиатором. Этот аксессуар сопровождал его лет до 13-14, оставил мне из 11 лет его тонкой, ранимой, детской музыкальной душе, поэтому возвращаться домой он не хочет. Поэтому домой, да, он не вернется. И это хорошо, потому что он с нами. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost making a chime. Wilted carols being sung by a choir, dressed up in
Композиция, которую мы все знаем, которую мы все любим, которую слышим абсолютно везде, в супермаркетах, в торговых центрах, по радио, в каких-то мультфильмах, фильмах, абсолютно везде. Я думаю, что каждый ее знает так же, как и Let It Snow, с которой мы начали сегодняшний концерт, не концерт, а второе отделение. Поэтому долго говорить не буду, будем играть и узнавать. И подпевать, конечно. Yeah.
Собственная история, которая связана у него с детством, соответственно, с Мосфильмом, Союз мультфильмом и Арфильмом, Киевфильмом и да. Да, у кого-то было документальное кино. В общем, не вдаваясь в лишние подробности, мы сыграем краткометражную версию этой композиции.
саксофон. Айгигарян труба, Илья Морозов, альт саксофон. Владимир Несеренко, рояль. Сейчас будет очень длинная, длинная сказка. Нет, на самом деле не сказка, а очень интересная история, о которой я буквально узнала недавно. Собственно говоря, мы начали писать композицию, аранжировку на следующую композицию, и Илья мне поведал очень много интересного о своем детстве. Вы знаете, я задалась вопросом, как он дожил до этого возраста нынешнего. Я не понимаю. Я просто не понимаю. Расскажи, пожалуйста, как тебе это удалось после того, что происходило у тебя каждую зиму в детстве? А все потому, что мужчины, которым сейчас 30-40 лет, это выжившие в детстве мальчики. До 14 дожил, все нормально. Ну, не будем о грустном. Эта композиция и даже аранжировка на эту композицию в нашем прочтении была навеяна моим детством, как было совершенно справедливо подмечено. Дело в том, что в детстве, конечно же, зимой все заливали горки, поливали их водой, чтобы трение максимально отсутствовало. И было одно только скольжение без всякого сопротивления. Кто-то катался на картонке, кто-то на портфелях после школы, кто-то доставал автомобильные покрышки у своих родителей, кто-то находил покрышки от грузовиков в ЗИЛ, это было вообще круто. Можно было в такой круг, как на море, поместиться, ну, где-то втроем, вдвоем. Но, конечно, самый верх мастерство было раздобыть холодильник. То есть сначала забить этот холодильник, узнать, у кого из родителей, у кого из детей родители выбрасывали холодильник, забить его, встать в очередь, дальше вынести его самостоятельно, ну и модернизировать, надрать трубки охлаждения, вынуть компрессор или оставить, это в зависимости от того, есть тяга к бобслею или нет, нужна ли центровка или нет, ну и, соответственно, нужен ли противовес или грузово. Дальше надо было оторвать двери, холодильные камеры и морозильные. В морозилку садился штурман, один человек, здесь было просто без вариантов. Вот. А в холодильную камеру помещалось человека 3, иногда даже 4. Ну и вся эта махина разгонялась самой высокой горкой, обильно политой водой, и неслась вниз. Вот. Ощущения были совершенно фантастические. Но самый кайф был раздобыть капот из грузовика зимы. Людей помещалось поменьше, держаться не за что. Но тебя ничто не защищает. Ощущение скорости просто фантастическое. Собственно, все вот это вот мы постарались приплести и воплотить в этой композиции. Outside the snow is falling, friends are going, yoo-hoo!
Вообще никогда. То есть у нас традиция: салат, селедка под шубой, оливье, президент по телевизору и вот эта композиция. Потому что, ну, у нас не бывает по-другому. И мы эту композицию очень-очень любим. И нам, конечно же, будет нужна ваша помощь, чтобы вы нам немножечко подпели. Вы поможете нам? Yeah!
Виктор Яковлев на вокал, бубенцы, шейкер, а также наш любимый звукорежиссер, золотые уши России, Евгений Позыкайлик. Дорогие друзья, мне очень хочется поздравить вас от всей души с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, любви, здоровья, удачи, исполнения всех самых-самых ваших заветных мечт. Пускай всегда у вас будет хорошее настроение, погода радует каждый день, и всегда будет мир на земле. И всегда было что покушать. Да, с Новым годом вас!